Вот, я сегодня за блогера, блогер наш приболел. Пацанов, конечно, снимаю, их тут много. Но интересно сегодня, вы видите, что творится. Такой мармеладик шикарный. И вот видите, разные машины абсолютно по-разному едут. Как ни парадоксально. Одна прям вылетает, а вторая не хочет заезжать. Ну, это в основном зависит, конечно. В основном, конечно, ну, есть разные факторы, их немного. На одной руке можно пересчитать, конечно. Динамика, мощность. Мощность, резина. Ну и опыт, наверное, скорее всего. Ну, может быть, еще и наличие блокировок, в принципе. Это в данной ситуации. Тут особо там не надо каких-то именно моментов именно по геометрии там машины там. Тут нужна, конечно, больше кокс, резина. Может быть блок. Почему блок? Потому что я, допустим, вот спасался, я включал два блока и по одной стороне. Вот так вот выезжал. Я так хитрю. Сейчас Чирка поедет. От кого-то тосольчиком так подпахивает. Так, Витя. Ну, Витя не хочет. Витя мощный мотор, все вроде бы, и опытный пацан, но мады чуть-чуть не хватает. Вот, видите, нашли. Ой-ой-ой. Ну, такое. Не так, чтобы... Ой-ой-ой, тут все падают в колею, в принципе. Все падают в колею, без проблем. Возвращается, тут страшного ничего нет. Тут так, чтобы, типа, залететь, это надо, конечно, постараться. Ну, интересно, разные машины. Интересно, конечно, разные машины, вот, допустим, разные модели, разная резина. Вот видите, Вадик вылетел, только что вылетел, джип вылетел хорошо, чуть-чуть сносит его, но он никуда не улетит, там колея, он сейчас все равно правой стороной пойдет в нее и все. А главное вовремя включать заднюю. Моталась что-то, какая-то мотузка. Тоня едет с той стороны. Ну вот тоже плюс-минус, по-моему, Леня вообще там, по-моему, отеха, если не ошибаюсь. На эту сторону вот поднимался, Чирка поднималась вроде без проблем. Но там уже, видите, бугор тоже такой наполированный. Вот в этом месте, видите, полироль какая. И то, видите, как сносит его. Сейчас тоже Лёня тут на... Ну, Амтеха или Атеха у него. Похоже на Атэ какую-то. Зараз крізь подивиться, що там яке. А, Леня еще хочет. Так как она прям. Ну вот сейчас даже интересно будет сравнить, да? Но мне почему-то кажется, не будет такого результата никакого. На движку выйдет. Видите, как явно. Надо спросить у Лени, блок включал или нет, ради интереса. Леня, блок включал, не? Да. Ну, ты видишь. Все одно, бач, проехал, как мужик. Давайте перетягивайтесь сюда и поедем дальше. Видите, чуть-чуть динамика теряется. Эти горочки сейчас вообще сладкие. Но, Сильвер, видите, делает свое дело. Ну вот Вадику не знаю. Вадик, конечно, будет молодец, если выедет на этой резине. Ну, вообще молодец, выездит хорошо. Но на мадах интересно сейчас будет. Ну, видите, что вытворяет. Динамика, ох ты ж,
там еще и ям. Ох, Вадик вытанцовывает, ох и вытанцовывает. Второй, видите, не хватает динамики. А я слил уже его. А, Андрюха, я слил уже его, говорю. Да, я говорю, все, говорю, блин, Вадика оставляем. Что, все, нет или еще? О, сейчас Чирка выдаст что-нибудь. Вообще, да? Вообще налегке. Получите. Что, все, кто, да, нет? О, еще, все, едем. Так, Витя едет. Та горка не далась. Сейчас, может, это дастся. А? Малый стрелок. Да. Ой-ой-ой, 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 ой-ой-ой. Ну так тоже, старайтесь не тормозить, старайтесь лучше передачу включить, потому что, ну и да. Да, 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 да. Обычно, да, такие ошибки ведут и тоже и к всяким там переворотам. Правее прямо или правее на горку? Саша, ты доехал до... Ой, Саша, Паша, ты доехал до полигона? Паша, налево заезд на полигон к вагончику, а направо подъем под 90 градусов. Я стану там на яму. Ну хорошо, ведь если в колее идет, вот в этом месте просто сносит и теряется динамика. Ну ничего, ничего. Топит нормально. До отсечки. До отсечки! Ну поехали. Какое давление? 0,8. Нормалек. Артериальное. Меньше? Артериальное. Не, нормально, нормально. Да, нормально. 0,8 за... Крюков впереди нет. Будете объезжать. Да. Она вот чуть-чуть проскальзывает на скорости, видите, но она все равно будет цепляться и цепляться и цепляться и цепляться. Чем ехать на полном тормозе? Видите, она все равно типа хоть, ну, подцепляется. Вот, пожалуйста. Ну, он сильно занизился, ему нужна динамика. Я бы вообще ему пониже не включал бы, просто бы врубил бы дэшку, начал бы наверх бы. Или вторую, да. Что-что? Да, что-то такое занесло меня чуть-чуть, да. Сейчас, пацаны, вон там. Ну, пошла уже вечерняя съемка у нас. Как-то получился так, что у меня день прошел в ремонте. Спуски такие интересные довольно-таки. Сейчас у нас будет тут заезд еще ночной такой. Один. С боковым подъемом, с глиной. Сейчас уже на улице довольно-таки темнее, камера передает, что сейчас, ну, я вижу, ну, в экран, что светло, а вообще на улице уже довольно-таки темно. Влада, выход.
сейчас. О, Влад поехал на лыжах, да? Да, лыжи, даже шутка. Ой-ой. Ой-ой. Ну, конечно, вона ж важка, железяча, там багато. Бампера, экспедиционники. Да, ничего, конечно, не видно ночью, но... Может, что-то сейчас увидим. Лёня, блин, как на этих самых. Вроде. Так, ну и Влад там. Фонарик слабоватенько, конечно, светит. Что вам сказать? Что-то не хочет Влад ехать. Не хочет. Надо немножко поменять их местами, чтобы они правильно ехали. Замыливается МТХ, конечно, колеса вправо и назад, да. Возвращайся туда, да. Ну ты сейчас понял, спускайся просто. Ну, давай. Пошел, 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 пошел. Не сбрасывай, не сбрасывай. Я с кем-то разговариваю, а у меня отключена рация. Ну, молодец, почти выехал, там будет сложновато в конце. Ну, попробуй еще дать назад. А сейчас колеса прямо у меня сейчас? Да, колеса прямо, просто сдавай так назад, да и все. А я тебе командую, понял, у меня рация выключена. Два раз у тебя прямо стоять, давай. Давай сюда, аж ко мне попробуй спуститься, аж ко мне. Спускайся сюда. Спускайся, спускайся, спускайся. Прямо колеса съедь так, ничего страшного, едь. Слышь, он покатится у меня. Куда? Куда? Он не держит горку, сейчас чувствую, что покатится. Да не покатится, он едет назад, не смелее. Едь назад, смелее. Тут будет твердо. Тут трава. Да, да. Спускайся именно ко мне. Еще метр. Вот отсюда можно пробовать наверх полным коксом. Полным коксом пробуй наверх. Все, стой там, подтянешься. Давайте, или вы там лебедку, или как там. Видите, ночной движ. Ночной движ. Конечно. Нифига, блин, не видно. Но, короче, мы на спецучастках ТР-3, вот этот вот. На сушка первая, вторая, там где. Именно сейчас тут хорошо, грязичка, ледик. Я понимаю, что вы видите одни, короче, фары. Ну блин, тут я вам говорю, вообще огонь. Ночью у нас в спецделянках ТР-3, тут вообще, я вам скажу, блин, после дождика, после промокшего этого всего. Даже тракторист немного подзастреет. И такое даже бывает. Перелезть, не сломать себе шею. О! Ч
сейчас мы попробуем сюда вот залезть, тут уже склизко, дуже. Зачетно, я вам скажу.